Добрый вечер, дорогие дамы и господа, и добро пожаловать на Клягомау ТВ. 24 марта 1999 года НАТО под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы начало одну из самых мощных воздушных операций против Югославии. Перед этим между Освободительной армией Косово ОАК и силами безопасности Югославии намечалось принятие политического решения, предложенного Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, коротко ОБСЕ. Репортаж канала VDR, вышедший в 2001 году под названием «Все началось с одной лжи. Курс Германии на войну в Косово», показывает, как было обмануто население стран-участников НАТО, как были искажены или выдуманы факты. До бомбардировок со стороны НАТО не было никакой гуманитарной катастрофы, а после — тысячи погибших мирных жителей. История концлагеря в Приштине была вымыслом. Утверждение Шарпинга о сербской расправе над мирным населением в действительности было перестрелкой между сербской полицией и солдатами ОАК. Так называемый план Подкова был подлогом бывшего немецкого министра Фишера и Шарпинга. Подкова был якобы планом сербско-югославского правительства для систематического изгнания косовских албанцев. Итог. В Косово находится крупнейшая база United States Army за пределами Соединенных Штатов, построенная после прибытия войск НАТО в 1999 году. Под конец я приведу цитату Махатмы Ганди. «История учит тому, что она ничему не учит». Желаю вам приятного вечера.